Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, забираем свои награды. И у нас $320. Я могу себе купить 10 откатов. Кстати, они стоят 250 бакинских. Но это не самое главное. Самое главное сегодня у нас, ребята, что мы прокачиваем персонажа. И это у нас Донателло классический. Да, ребята, по вашим голосам именно выиграл он. Хотя много голосовало и за Рафаэля Космос, и за Рафаэля Классику. В меньшей степени голосовали за ролевого Рафаэля и Бибопа Кролика, так же как и за Микеланджело. Так что, ребятушки, будем поднимать Донателло Классического в золотой ранг. Поехали. Ну что же, я поздравляю нас всех с этим знаменательным событием. Вот такой вот он у нас. Ать. Красавчик. У него есть одна массовая атака. Да, это кофемашина, которая взрывается и наносит урон всем. Ну что же, а мы с вами продолжаем. Начнем, наверное, как обычно, с ареночки. И потом пойдем на испытания. На арене у нас сегодня, конечно, немного коротко получится, потому что откатов у меня нету. И я вчера вечером немножко поиграл и, как говорится, все их спустил. И задание, соответственно, у меня тоже в откате. Так что приступаем. Так, нахожусь я в данный момент на 72-м ранге в Лиге Мастеров Одна Звезда. Поехали. Так, будем с тобой определяться. 22 кубка, давай попробуем получить 23. Во, и сразу же, видишь, Даниэлла, окей. Берем с тобой сразу Леонардо. Может быть, давай возьмем Усаги сюда. И к этой компании приплюсуем, наверное. Ну вот так вот сделаем. Слушай, я, наверное, все-таки приобрету 10 откатов сегодня. Потому что, ну, мы с тобой наверстаем, как говорится, эти доллары, да. Если мы будем с тобой находиться в высшей лиге. И ты знаешь почему, да? Потому что мы будем получать по 150, по 200 бакинских каждый день. То есть мне даже хватит пройти. И, как я тебе уже говорил, не особо я, конечно, буду на аренке выпендриваться. Потому что у нас там разыгрывается Крис Брэдфорд, а он мне, как говорится, и не нужен. Но все дело в осколках. Только лишь ради осколков я на это пойду. Ну что, ребята, как вы видели, победа прошла на изи, но еще бы. Там Леонардо и Усаги, они знают свое дело, а мы с тобой купим все-таки 10 откатов. Может быть, сегодня даже заберемся в Лигу Мастеров 2 звезды, и это будет очень-очень классно. Так, я хотел бы посмотреть, что у нас в Лиге Мастеров, сколько выпадает. Так, Лига Мастеров, нам выпадает $120, да, и 32 монетки. Окей, ну вот тут, ребята, видите, да, $100 и 29 монет, но это на Лиге Мастеров одна звезда. Так что делаем выводы, за 2 дня мы с тобой поднимем те самые 250 бакинских и купим еще 10 откатов. Ну а пока продолжаем. Ранг 51, и мы с вами берем Ихаба. Так, Лео, давай возвращайся обратно, Усаги тоже. И продолжаем отыгрывать своих слабых персонажей. Потом еще у нас, конечно же, будет испытание. Так, ну я думаю, что здесь всех на изи порвем. Никаких проблем абсолютно не будет. Первым ходит Усаги, как всегда, с наложением постепенного урона. Ну а если даже кто-то и выживет, то Леонардо, конечно же, их добьет. Давай, Лео. Опа, тихо, тихо, тихо. Ты что, из-под... Вот я тебе о чем говорил, что у Хана инициатива очень большая, поэтому нужно быть впредь аккуратным. Ты представляешь, если бы у меня бы здесь стоял, ну, 40-й уровень или 50-й боец, его бы сразу Хан этот положил бы. Даже глазом бы не моргнул. Поэтому я не стал тут рисковать. Ну что, уже 35-я позиция, то есть где-то еще боя 2-3 нам с тобой надо сделать, и мы будем в мастере 2 звезды. Так, Леонардо, возвращайся, Усаги также. У нас еще с тобой 3 попытки будет. Давай-ка я возьму, например, муху. Очень рискую, потому что здесь есть кролики. А кролики тоже имеют очень хорошую инициативу. И, как всегда, будут делать свою массовую атаку. Это именно лучом. Я больше чем уверен, что именно так они и поступят. Но посмотрим, насколько мы быстры, сильны и ловки. Так, Усаги крутится, вертится. Как так-то?
постепенно урон только на маком наупал. Да ну, Усаги, ты что-то вообще расслабился. Надо тебе, по-моему, отдать в додзе на тренировку. Давай-ка мы этого... Опа! Совсем он что-то поймал расслабон. Видимо, он чувствует мое настроение, да, думает, да зачем мне этот Крис Брэдфорд нужен? Буду играть на лайте и все, на позитивчике. И так, как говорится, сгодится. Ну, а мы с тобой тем временем переходим на 19-ю позицию. Отлично, отлично мы с тобой шуршим. Так, а здесь выберу я, пожалуй, Станислава, потому что кубков одинаково, да, вместе с Павлом, но уровень здесь все-таки на порядок будет ниже. Давай, Лео, возвращайся, Усаги. Можно даже, наверное, попробовать без Усаги выступить здесь, да, как думаешь? Рискованно, не спорю, но если мы с тобой возьмем вот этих персонажей, в принципе, должно все обойтись. Пробить он их не пробьет, моих, да, орлов. Единственное, что, конечно, караечка немножко слабовата, но я думаю, что она все-таки должна, должна выстоять. Ну-ка, положи хоть кого-нибудь-то. Тоже неплохо. Так, здесь я, наверное, все-таки возьму провокацию, вы уж извините. И добьем, наверное. Так, у Рафика, блин, у него есть массовая атака. Ну, наверное, все-таки вот этого Рафаэля бомбану. Рафаэль видение упал. Ага, массовая атака от Змей Ковьюна. Ну что же, вообще отлично. А вот у Дони фильм, конечно, немножко какие-то слабоватые удары. Но все-таки массовая атака с помощью дронов у него есть. Поэтому как бы со счетов его списывать тоже не стоит. Так, и давай посмотрим, мы перейдем с тобой сейчас в Лигу Мастеров 2 звезды или нет. Не хватило нам немножко, буквально там 3 ступенечки. Ну, да ничего, сейчас выровняемся. Так, кто у нас будет? Ну, 22 кубка меня так не устраивает. Давайте мне 23. До этого давали, а тут, смотрите-ка, понизили. Не-не-не-не-не, ребят, давайте, не надо дурковать. Давайте все по-хорошему. Вот, видишь, это у нас Алекс. Беру сюда опять же Леонардо. Забираем с вами, ну пускай будет Донателло, Зек, Железная голова. И сюда же я возьму Кирби. Беру Кирби, сам не знаю для чего. Для того, чтобы, наверное, его подставить. Потому что он ватный. Его тут могут вообще легко убрать. Ну-ка, Зек бросает бомбочку. Вот, вот это, ребят, неприятность. Вот это большущая неприятность, потому что он сделал уклоняшку. У нас провокатора-то здесь, по-моему, и нету. Нет, есть железноголовый, но... Успеем ли мы использовать? Сейчас, блин, бомбочка бомбанет. Ай-яй-яй-яй-яй. Может, сюриками шваркнуть. Давай сюрики запустим с тобой. Так, минус двоечка и... А добить не получится, поэтому я делаю вот так вот. Так, теперь хильнемся, потому что, ну... У Кирби там вообще здоровье фиговенько. Так, и здесь бы, конечно, лучше бы, наверное, бомбануть Рокстеди. Хотя у Майки тоже есть массовая атака, да? Он именно разбрасывает сюрикены. Ну, я его, наверное, вот так вот шваркну сейчас. Ну, а Микеланджело у нас не имеет массовой атаки, поэтому он здесь не так страшен. Мы его сейчас запинаем, 100% тебе говорю. Так, еще удар, и добивает Леонардо его. Ну вот и все. Классика жанра, никакого мошенничества. Значит, сейчас мы с тобой залетаем в Лигу Мастеров 2 звезды. Ранг будет где-то, наверное, 95-й, 91-й, но нам еще нужно... О, даже 85-й, но нам нужно с тобой еще укрепиться. Об этом не стоит забывать. Так что боевка еще не закончена. И вот здесь мы с тобой возьмем, скорее всего, Эрика. Да, Эрик нам подойдет по всем параметрам. Ну вот опасность опять есть небольшая, что тут 70 уровни, а у меня тут 51. Ой, давай прикинем. Усаги будет ходить первый, да, естественно, посыпать их постепенным уроном. Ну, я надеюсь, не как в тех боях, на одного только вешает. Леонардо, если что, добьет. Ну, до Бакстера Стокмана, боюсь, очередь не дойдет, либо они все упадут, либо кто-то упадет у меня. Это в худшем, конечно, раскладе будет. Ну что же, рискуем. Усаги, пожалуйста, будь добр, ну не подведи, а ну, что тебе стоит-то? Только на двоих, опять же плохо, ребят, все. Так, Лео, последняя надежда. Да, он не подвел, все-таки на Леонардо можно положиться. Бывают иногда какие-нибудь косяки, да?
отклонения по его поведению в боях, но все-таки он свое дело делает с офигенной уверенностью и с большой процентностью победы. Так, мы с тобой на 69-й позиции. И берем мы здесь с тобой. Ох ты, 24 кубка уже. Ну что, тогда возьму Дона. Ну а что делать-то? Дона? Даже и не подумаем кого-то другого брать. Но смотри, здесь уже практически 80-й уровень. Инициатива, сам понимаешь, какая. Я рискую очень сильно, брав с собой, конечно, Крипа и Мутагеноида 50-х уровней. Тут они точно могут схлопотать по полной программе. Но я надеюсь, Дон не такой шустрый. Тут даже может быть так получится, ребята, что и Усаги вроде бы хорошо бомбанет, да, и Леонардо, но все равно кто-нибудь... Ага, видишь, что происходит. Ну, Майки-то понятно, у него всегда с инициативой нормуль. Не кажется, что Донателло здесь. Оу, Рокул, ну, это, ребят, хорошо. Рокула мы с тобой легко забомбили, плюс там был постепенный урон, даже если бы он стал ходить, он все равно бы погиб. Ну что же, отлично, у нас с тобой один откатик всего лишь остался, да, и как вот его нам... А, у нас вообще откатов нету. О-оу, а как же нам тогда здесь быть? Кто у меня там остался-то? 23 кубка, возьму я, наверное, сюда Павла. Нет, ну, двумя я... Ну, ребят, ну это нереально. Фиг с ним, поехали. Прикинь, я пошел двумя персонажами против 80-х уровней. Жесть. А вдруг повезет, а вдруг мы разбомбим их. Кто его знает, ребят, все сейчас покажет наш бой. Ага, иммунитет вешает. У нас, в принципе, нету никаких дебафов. Опа-на. Так, но не забывай, что здесь Эйприл. Что нам сделать? Если я, например, иммунитет, постепенно урона нету смысла тут вешать. Единственное, я могу предложить, это, конечно же, ярость Рафа. Опа. Слушайте, ребят, по-моему, нифига. Вот, они начинают, смотри, что творить, а. Но Рафаэль, конечно, отжигает по полной программе. Тут с ним не поспоришь. Кстати, Эйприл сейчас, скорее всего, захиляет. Ну-ка. Так, не надо. Ах ты, еще я оглушил заморозкой. Да вы их да достать. Смотри, они делают массовые атаки, ребят. Ну, естественно, Эйприл лечит. А мы с тобой... давай-ка я возьму, наверное, провокацию сюда. Заодно и защиту сделаем себе. Так, Донателло надо вырубать к ядрине Фени. Нечего ему здесь делать. Так, Майки отошел от оглушения. Этот опять свою бомбочку бросает. Плохо. Да успокойся ты, а. Так, я все-таки... Так, ну-ка. Ну, Эйприл, считай, трындец ей. Так, вот я хочу вот этим заняться. Донателлом, но он успел, да, все-таки поставить на критовку. Оу. Слушай, да мы их тут разобрали, считай, одним Рафаэлем. Да, это круто, если честно. Но, поверь мне, кубков мы от этого получим не очень много, потому что всего лишь два персонажа, это два кубка. Ну, не два кубка, а два икс по кубкам получается. Ой-ой-ой-ой. Смотри, как у него мощный, конечно, вот этот удар. Я не понимаю, почему-то попасть не могу, все. Ребят, на лиге мы с вами сегодня неплохо подрались. Как ты понимаешь, она закончилась у нас. И мы идем с тобой на испытание. Так, я сейчас посмотрю, куда мы с тобой переместимся. Вот, видишь, 2x. Поэтому не особо много. Где-то будет, наверное, 50-я позиция. 49-я. Но, тем не менее, 49-я позиция, значит, это мы уже в Лиге Мастеров 2 звезды. Даже если нас скинут, мы все равно останемся с тобой в Лиге Мастеров. Мы с тобой все будем подниматься и прокачиваться. И, наверное, я думаю, к концу недели мы с тобой возьмем Лигу Мастеров 3 звезды. И я надеюсь, что это у нас закрепится и останется на постоянной основе. Так, ну что, теперь мы с тобой идем... Ну, хорош, давай. Теперь мы с тобой даем ее... На испытание. Испытание, ребята, у нас с вами, как вы помните, городская война, свет в темноте. И, как я вам говорил, сегодня мы ее пройдем полностью и получим Шреддера. Вот этот Рокстеди, я вот не помню, нужен ли он мне. Он, по-моему, у меня прокачан, если я чего-то не путаю. Или же нет. Слушай, нет, у нас Рокстеди еще как раз имеет 4 золотые звезды. Так что есть стимул, да, проходить.
Так что давай, давай, давай с тобой поднажмем. Кстати, я хотел сказать, на Армагоне, ребят, я прокачал все. Как видишь, да? До 6 уровня. Тра-да-да-да. Большое белое нет. Все это прокачал. И теперь я принялся прокачивать Криса Брэдфорда. Вот, нужно будет ему вот здесь вот прокачать проникающий удар. Или как он называется по-умному, фирменный удар. Нужно будет еще нам 12 кружек найти. Ну и, конечно же, рекламную паузу. Это его фирменный конек, ребята. Все прекрасно знают, что он дает неплохую защиту. Ты прикинь, на 50% в течение двух ходов. Но это пока на третьей стадии. На пятой, может быть, будет 60%. Но не уверен, не уверен в этом. Ну что, мы с тобой идем, как я и обещал, на испытание. Поехали. Эпизод первый, ну, сам понимаешь, он нам не нужен, потому что Бакстер Муха. Вообще, нам здесь, в принципе, только Рокстеди понадобится и Шреддер. Все, то есть, ради двух бойцов мы с тобой сюда, даже не то, что двух бойцов, а ради двух ДНК на двух бойцов мы с тобой идем проходить это испытание. Так, тут, сам понимаешь, они 10 уровня, поэтому никаких абсолютно проблем здесь не будет. Хоть 10 волн, они будут всех тут рвать. А вот и Бакстер Муха. Сразу же получил. Как видишь, у нас инициатива просто сногсшибательная, поэтому Маузер здесь вообще не успевает даже гаркнуть. Но, по-моему, на третьем эпизоде все у нас поменяется, и они уже будут выпендриваться. Но это их не спасет. Ты сам понимаешь, да? Так что переходим с тобой. По 25 опыта получаем. Бакстер Муха падает нам в карман. И у нас Саблезуб. Тут, как видишь, 20 уровень противников. Опять же, просто, как говорится, щекотки для нас. А, клан футовцы тут стоят. Ну, естественно, все получают по удару и сразу же рассыпаются. Так, двигаемся дальше. Минус, Маузер минус. А это уже мутированный клан футовцы, да? Я даже почему-то не уверен, что это люди. Скорее всего, это роботы. Ну, потому что у человека не может быть 4, извини меня, руки. Да и к тому же в двух руках рапиры плюс булава. Да, такой странный гибрид. А, еще и циркуляры я вижу здесь вон у него. Ну да, это 100% дроны какие-то. Так, ну что, завалили. И, как ты понимаешь, мы прошли с тобой. Получаем ДНК на Саблезуба, которая нам тоже не нужна. Нам единственное, что нужно будет его просто прокачать. Или же нужно, я не помню. Нет, Саблезуб, по-моему, у нас прокачан. Сейчас я посмотрю. Потому что я могу и ошибаться. Но... не, ребят, Саблезуб у нас прокачан нормуль. Ой, кожеголову бы надо, конечно, качнуть как-то. Как-то надо его качнуть. Ну, а мы с тобой, естественно, продолжаем. И у нас... ага, вот Хан. Блин, как бы мне до Хана добраться, а? Вот знаешь, что мне не нравится? Что у него нет, по-моему, массовой атаки. Или все-таки есть? У Хана? Нет, по-моему, нету. У него дебаф, удар рукой, удар ногой. Блин, а что же у него последним-то идет? По-моему, тоже какой-то удар, типа как у Криса Брэдфорда, одиночный, но типа проникающего. Кстати, надо посмотреть, я вот не помню. Если честно, я даже не видел, по-моему, у него вот этого вот последнего суперудара. Хм. Сейчас пройдем этот бой, я хочу просто глянуть. Ну, так сказать, освежить память. Что-то вообще как-то без задней мысли все позабыл. Надо посмотреть. Так, ладно, мы с тобой здесь выиграли. Без особых проблем. Вот он, Хан. Выпадает нам, и мы с тобой посмотрим. Просто быренько глянем. Так, Хан где-то... так, это не то, вот он. Навыки. А, друзья мои, ну конечно же, прокачан. Да, это типа проникающего удара, называется он велосипед. Все, я вспомнил, вот у него, значит, получается два удара ногой. Удар рукой, дебаф и стремительные движения. Ага, так, вот, ребята. Вот почему у него большая инициатива. В начале хода увеличивает скорость на 30%, если запас ХП больше 80. Ну, естественно, он начинает с полными ХПшками, поэтому у него скорость и
увеличился. Но здесь пока на 30%, так как у меня вторая ступень прокачки. На пятой ступени может быть даже 50% к увеличению скорости. Вот из-за этого именно он и начинает ходить первым. Инициатива у него за счет этого вырастает колоссально. Так что, ребята, раскрыт секрет Хана. Так что, а мы с тобой продолжаем. Мы, как говорится, с тобой в процессе игры, да, что-нибудь новенькое да узнаем для себя. По крайней мере, мне очень интересно вот разбираться именно в этом, в этих мелких нюансах этой игры. Хотя играю я в нее уже очень-очень долго. Значит, Хан инициативу, да, повышает. Блин, надо взять себе на заметочку этот факт. Это нам пригодится. Да, ну, конечно, минус в том заключается, что у него вот этот вот суперудар, он не массовый. Ну, как у Криса Брэдфорда. Только у Криса есть баф, да, он укрепляет нашу команду в плане защиты. А у Хана, наоборот, дебаф. Он врагам понижает защиту и также может понизить и атаку. То есть вот такой вот он универсал. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше, и у нас следующий эпизод. Так, Розарчик мы с тобой получили. Дальше идет Бибоп, потом пойдет Рокстеди. Ну, я думаю, даже здесь вообще всю игру можно пройти просто на автобой. Даже не подключаться к игре. Мне нравится. Так, бомба-дымуха. Бомб снес, молодец. Так, ну что, самураи эти упали. Ага, здесь у нас, опять же, кибер-кланфутовцы. Но Донателло слабоват, конечно, полтинничка не может вырубить своим посохом Бо. Так его величать. Ага, здесь у нас Рахзар, Саблезуб, самурай вот этот вот. Ну и маузеры ничтожные по 50 уровня. Бамс. Фига, Дон ничего сделал. Бомбу бейсбольную применил, вот что он сделал. И снес тем самым врага. Ну и последняя волна. А здесь Бибоп. Бибоп тоже, ребята, не имеет, по-моему, массовой атаки. И вот единственный его плюс — уклонение. Он когда делает уклонку, она, по-моему, на 80%. Он приблизительно как у Леонардо оригинала, да? Помните, когда он тоже берет стойку, провокацию? У него повышается уклонение. Так же и у этого бибопчика. Ну что же, а мы с тобой переходим к Рокстеди. Там у нас Рокстеди, Шархан и Шреддер. То есть еще три поединка. 65-й уровень против нас выступает. Так как мы с тобой 80-е и 90-е, я опять влазить в их разборки пока не хочу. Пускай они подерутся здесь сами. Ну уже видишь, да, приходится им по два раза бомбить, чтобы уложить противника. Ну, Лео, понятно, бьется на удар, потому что он и по уровню посильнее сотого все-таки. Так, опять мутант. Кланфутовцы эти. Мутант, киборги, да? Опа. Отличненько. Переходим с собой на предпоследнюю третью волну. Рахзар, Хан, все дела. Ну, Рахзар, мне кажется, все-таки сейчас возьмет провокацию. Редко он делает смерть с небес, ты заметил, да? Очень редко. Оу, Лео, ты чё? Зачем ты? Ну, можно было бы и без этого, конечно, обойтись. Не знаю, что его сподвигло на двух последних бойцах влепить именно нашу суператаку массовую. Так, Усаги, ё-моё. Решил сделать месть. Повесить на себя, да? Но она почему-то не повесилась, нифига. Да ну, муха, успокойся. Фига, она даже Леонардо умудрилась заморозить меня, а? Посмотри. Что-то Усаги вообще сегодня в ударе. Бафается. Молодец. Рафаэль берет провокацию. Что на них сейчас не зашло-то, а? Этот уклонение. Да ладно вам, ребята, это же обычный Рокстеди. Да что же вы. Нифига, ты посмотри, они как. У них сколько этих бафов на них висело. С положительными эффектами. Обалдеть, просто какая-то имба получилась. Каждый там что-то сделал, и, считай, непобедимая команда. Ну, а мы с тобой продвигаемся, конечно же, дальше. А Рокстеди у нас в кармане. Ну, давай возьмем с тобой ДНК и еще на тигриного когтя. Ну, а почему бы нет? В любом случае, нам придется с тобой это потом разбирать на сюрикен составляющие.
Ну а сюрики, ребята, это хорошая вещь. Кстати, когда я вечером играл, что-то у нас там было в магазине, и я приобрел 5 ДНК. На кого? На кого-то приобрел, по-моему. Блин, я не могу вспомнить. То ли на Рафаэля, то ли на Донателло. Ну там в магазине, за сюрикены, ты понял, да, меня? Так что какой-то персонаж у нас приблизился на 5 сюриков к прапке. Прапки. Ну, Саги, что на тебя находит сегодня? Опять ты месть повесился? Ну, молодец, в принципе, это неплохо, ребят. Надеюсь, все знают, что такое месть, да? Когда у Саги впрягается за какого-нибудь персонажа, вот, например, здесь. Вот, видишь, он типа как мстит. Ну что же, третья волна. Здесь Хан Рахзар и Саблезуб. Донателло делает доп. Защиту. У Саги. Молодец, красава. А здесь я тебя одобряю, правильный выбор. Так, на Хана не повесился постепенно урон. Почему? А, вот, вот. Я уже хотел сказать, почему вы его не добиваете. И они начали бомбить. Так, ну Рахзар здесь выживет. Хотя вряд ли. После удара Леонардо мало кто выживает. Ну и вот у нас последняя волна. Здесь Бибоп, здесь Рокстеди. Бумс. Минус Маузер. Так, Майки, как всегда, не может справиться с самураем. Усаги ему помогает. Лео практически, ребята, а нет, все, вырубил Бибопа. Рафаэль берет провокацию, в принципе, логично и правильно. Сейчас он будет бомбить этого самурая. Пол хп снес. Да ладно, Рокстеди, успокойся, вот зря ты так сделал. Валуном, да еще и в моего Рафика, он тебе этого не простит. Так, Усаги опять бафается. Решил все-таки бафами сегодня нас затравить. Бумс, Рафаэль добьешь? А нет, Лео добьет. У него две атаки, поэтому он добивает. Ну а здесь тигриный коготь, Шреддер и муха. Рафаэль делает ярость Рафа. Вау, Майки просто сейчас с удара снес. Опять месть. Что-то понравилось, я смотрю, нашему Усаги вешать на себя месть. Ладно. А Шреддер, смотри-ка, силен, он крепок. Выдержал два удара от мощных бойцов. Так, тигр даже упал. И Донни добил. Все, друзья мои, ДНК на тигра у нас в кармане. Ну и мы с тобой, конечно же, отправляемся за ДНК на Шреддера. Так, ну хватит, хватит загрузкой уже этой томить. Дайте-ка мне последний, так сказать, провести здесь бой. Надо было, кстати, глянуть, что у нас там по... по фарму, что мы можем с тобой здесь фармить. Если что-нибудь полезненькое, то да, будет хорошо. Давай посмотрим, ребята, справятся ли мои персонажи на автобое без моего участия сами. Мне кажется, что, наверное, начнут тормошить здесь Донателло и Микеланджело. И если мои ребята будут правильно и вовремя применять лечение, то все, в принципе, должно обойтись. Так, смотрим дальше. Минус самурай. Донателло делает защиту, правильно, я бы так сказал. Это нормуль он сделал. Защита здесь, естественно, ребят, не помешает. Так, а тут у нас, ага, целая гряда самураев разных цветов и оттенков. Так, Рафаэль берет провокацию на себя. Ну, этого, наверное, можно было бы и не делать, если честно. Потому что все равно у них массовые атаки. Причем, смотри, они заблокировали способности именно на Донателло, Рафаэли и Леонардо. Так что это как бы может иногда нас подкачать. Потому что если нужно будет сделать какой-то суперудар, или, например, Рафаэлю встать в стоечку, он этого сделать не смог бы, потому что был заблокирован. Так, ну что, здесь мы справились. Переходим с тобой на третью волну и смотрим, как у нас тут происходить будет дело. Так, Рахзар, Саблезуб и опять же Муха. Но мои герои почему-то начинают бомбить именно вот этих вот клан футовцев киборгских. Не знаю почему, что у них там забзик. Оу! Донни, твои сюрики, я смотрю, тут что-то вообще как-то мимо кассы пролетели. Так, минус Муха. Ну, Рахзар берет провокацию, а вот Саблезуб все-таки на Рафаэля, да, прыгнуть решил. Молодец, Лео. Моя школа, я тоже всегда делаю пробивающим, если враг стоит в стойке или в провокации. Так, ну что здесь? Давай, Донни, добей его, отлично. И у нас предпоследняя волна.
Так, ну здесь бы я, конечно, бы начал бы бомбить в первую очередь Рокстеди и Шархана. Почему? Потому что они имеют массовые атаки. Поджог. Ага, Рафаэль берет. Нет, не берет, ребята, он усиляет команду. Майки делает свой суперудар. Воу, Усаги делает баф. Ну, в принципе, тактика здесь неплохая у них взята. То есть мы как бы... Вот это вот немножко хандрит, конечно. Но, слава богу, он не понизил нам защиту. Так что, ребят, пока мы с тобой на коне. Единственное, я боюсь за... Блин. Слушай, неужели нам надо будет с тобой переключаться, а? Я боюсь за Майки. Ты видишь, сколько у него здоровья? Они не собираются почему-то лечить. В кого, в кого, в кого он бежит? Ох ты, в Дони. Друзья мои, додумают... Они не, даже не думают лечиться, ты понимаешь? Блин, опять месть Усаги берет. Да что ж такое-то? Что же его на месте пробило все, а? Даже Леонардо не стал здесь применять хил. Нет, ребят, надо переходить в ручной режим. Ой-ой-ой, я и совсем забыл, что здесь... Что здесь Супер Шреддер. Ох, хорошо, что он промазал. Так, месть. Я, наверное, возьму все-таки провокацию. С Супер Шреддером лучше, блин, не шутить. И, соответственно, нужно еще будет нам с тобой хильнуться. Сейчас от него, кстати, наверное, пойдет массовая атака. Поэтому давай-ка защиту на себя повесим. И попробуем заблокировать его. Нифига не получилось. Проникающий. Вот живучий-то какой, а ты посмотри. Какой он живчик, этот Супер Шреддер. Ну-ка, Майки. Нет, не получается у него пробить. Так, а у него еще и отложенная смерть была. Все, ребят, Усаги его ушатал. Ну и, соответственно, мы с тобой получаем ДНК на этого Шреддера. Как-то вот так у нас сегодня прошла серия. Лайтово, без напряга, я считаю. Угу. Так, и что же мы с тобой можем пофармить здесь? Ну, тут нужен мне только Шреддер и Рокстеди. Вот эти, но вероятность того, что именно они мне выпадут, маловато. А вот здесь вот у нас, ну-ка дай-ка я гляну. А вот здесь нужны практически все. Поэтому давай-ка я рискну. $3. Серьезно, что ли? О, Рафаэль. Подожди-ка, а ролевой разве у нас не прапанный? Все, пицца... А, сыр кончился. Подожди-ка, Рафаэль ролевой, дай-ка я гляну. Где же ты, Рафик наш? Да нет, скорее всего, не прокачанный. У нас только фильм Рафаэль, да? И все, что ли? Да нет, быть такого не может. Где Рафаэль ролевой? Покажи-ка мне. Я вообще что-то Рафаэля здесь не наблюдаю. Я вижу Майки, Шреддера, Хан. Там все понятно. Микеланджело ролевой. Так, Леонардо фильм. Донателло, Рафаэль фильм. Рафаэль видение. Микеланджело. Да нет, ребята, Рафаэль ролевой у нас имеет всего лишь 4 серебряные звезды. Поэтому... Есть, конечно же, смысл там его потихонечку фармить. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте, наверное, сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!